В областном центре прошел турнир по мини-футболу, посвященный трехлетию со дня образования органов финансового мониторинга. В состязании приняли участие сотрудники силовых структур. Как отметили участники, подобные мероприятия создают благоприятную почву для развития межведомственных взаимоотношений. Турнир был организован по инициативе руководства областного департамента экономических расследований. На состязание пригласили сотрудников полиции, службы ЧС, а также органов КМБ, уголовно-исполнительной системы и прокуратуры. Участники игры отметили, что для представителей силовых структур важно поддерживать себя в форме, а также встретиться в неформальной обстановке с коллегами из смежных структур. Такие соревнования вносят свой вклад в улучшение взаимоотношений между сотрудниками правоохранительных органов, поскольку благодаря им мы встречаемся вне работы, что дает нам возможность для поднятия настроения. Я считаю, что спорт – это лучший способ проведения досуга. Видно, что команды хорошо подготовились. Игры проходят очень зрелищно. Участники опытные. Конечно, как и в любых других турнирах, бывают нарушения. Но в целом турнир проходит интересно. Как отметили организаторы, в планах на текущий год проведение и ряда других спортивных мероприятий. По словам руководства ведомства, данные меры направлены на всестороннюю интеграцию спорта в жизнь сотрудников. У нас в агентстве есть годовой план мероприятий по популяризации здорового образа жизни. Наши сотрудники регулярно принимают участие в спортивных состязаниях. В дальнейшем будем проводить встречи по волейболу, борьбе, теннису, шахматам, плаванию и будем готовить наших специалистов к республиканским турнирам. По итогам встреч первое место заняла команда полицейских, второе и третье места поделили представители КМБ и спасательной службы. Победителям вручили кубки и памятные призы. Ирдос Кужантайлы, Саламат Каипов, Дидар.